Официальные польские делегации – нередкие гости на Гродненщине. Сказывается и близость региона к западной соседке, и огромное количество общих проектов в различных сферах, которые успешно работают и реализуются. Особенно заметна эта работа в культурном векторе. Совместных мероприятий проводится немало по обе стороны границы. В этот раз чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Беларуси Артур Михальский, Гродненский областной исполнительный комитет, посетил, чтобы обсудить конкретные шаги по реализации озвученной несколькими месяцами ранее культурной инициативы совместного музыкального фестиваля. Дипломат отметил, что открытие обновленной филармонии позволяет это сделать и организовать на высоком уровне, поскольку у этого обновленного культурного объекта мощнейший потенциал. Еще одним пунктом за воплощение идеи общего фестиваля стал тот факт, что и у поляков, и у гродненцев есть свои кадры в музыке, которых знают в мире. Мы знаем наш очень известный коллектив, Гродненскую капеллу, которая дарит жителям города и гостям замечательные проекты и в фарном костюле, и в филармонии. Это проекты совместные с исполнителями из Германии, из США, из Великобритании, и в том числе с нашими белорусскими исполнителями. Например, Могилевская капелла были замечательный проект в фарном костюле. Учитывая вот такой опыт, замечательный потенциал этого коллектива, поступило предложение со стороны посольства Республики Польша и Республики Беларусь о том, чтобы сделать совместный концерт у Гродненской капеллы. Предстоящий фестиваль планируется проводить осенью в течение 2-3 дней. Для того, чтобы уладить и обсудить все детали, у сторон еще есть время. И гродненцы, и поляки заинтересованы в такого рода углублении культурного и социального взаимодействия. Среди идей также озвучивалось и то, чтобы этот фестиваль стал традиционным и попеременно проходил то в Гродно, то в Белостоке. Мне кажется, есть очень такое сильное понимание с обоих сторон, что надо еще очередные кирпичи в этом нашем строительстве, нашего доброго соседства робить, сделать. И то, что, мне кажется, осенью, надеюсь, вы дождетесь чего-то очень интересного здесь, в Гродно, и потом, надеюсь, в Белостоке, поскольку чередование здесь очень существенно, очень важное чередование. Мы хотим, чтобы это была площадка для и музыкантов, не только для музыкантов, для других артистов, художников, и белорусских, и польских, это чтобы совместно, поскольку мы соседи совместно, правда.